Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФАшечки на восьмерых за Норвегию на Пангее. Какие цивилизации у моих соперников, будем выяснять в процессе партии. Если же вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые жевжики-патрицы, спонсоры канала, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо вам за поддержку. Становитесь спонсорами канала, будете получать эксклюзивный контент, а весь остальной контент раньше других. Так, уран у нас есть, но надо бы получше еще поискать, может где-то еще. О, у Киота как раз будет, зашибись. Это здорово. Кстати, уран для скифа, скорее всего, Хатуса надавала. Конго и Канада. Блин, у меня тут куча времени. Тут сейчас вообще не до предложений. Не было соседства, прикиньте. Так, либерализм. Я бы либерализм поставил. Соседство, гавань я уберем, но кампусы промышленной зоны точно надо. И... А, на алюминий я не поставил, да? Давайте вот это еще. И сейчас у нас под 600 должно быть. 520. Что-то мало. Что-то реально мало. Так, 6 Женева, 7 Хатуса, 6 Наланд, Болонья. А моя Амани где сидит? В Хатусе, да, по-моему? Нет, в Женеве. Так, ну давайте Болонья до 6. Еще плюс 20, 520 науки. Блин, Хатуса, 15 послов Фонарио, 14 Дед Бородет. А что там такое? Прям, что он это Хатуса? Ты посмотри, что она дает. Ну, я знаю прям стратегические резы, которых у вас нету, ну, типа... Да, у нас их нету, поэтому нам и нужна Хатуса. Мне кажется, она вам не нужна. Ты точно уверен? Я же говорю, мне кажется. Три хода. Интересно, будет отваливаться все-таки в пользу монгола, Китая? Блин, я постоянно Хубилая хочу монголом называть, а не Китаем. Есть еще уран. Ну... Японец, ты, в принципе, если хочешь, можешь уходить. Как бы, да, столица потеряна. Я счастлив. Спасибо за игру, как говорится. Спасибо за игру. Но надо тренироваться за Японию. У тебя такая цивилизация выпала. И как-то совсем слабенько. Ну, цивилизация выпала хорошая, но вот на старте, да, я облажался. Пока. Пока. Смотри, я сейчас героически Лёшу выхожу. Если его города отваливаются, становятся независимыми,
Я не могу их захватить, или будем ругаться за этого тоже? Ну, на самом деле тут два варианта. Либо мы с тобой, наверное, культурный заключаем, либо я просто нападаю на тебя, чтобы не отваливалось ничего. Пока ты не захватил, я подумаю еще. Подумай. Вот, логистику давайте. Так, ну тут точно республиканское наследие мы оставляем. А плюс 4 влияния нет. Нет, нет. Тут я хочу учетные банки. Нет, тут союз надо с... А, он заключен уже с Конго, кстати. Что... Ну, значит, проблемы. Значит, проблемы. Посмотри, когда он заканчивается, если тебе вообще это надо. Так, содержание юнитов. Минус 100. Может, все-таки содержание попробовать поставить? Давайте посмотрим. О! 660 науки. Вот это уже приятненько. Так что у тебя союз не скоро заканчивается культурно? А? Новый? Блин, мне 100% на космическую гонку. Ученый просто так достался. Прям ты хоть... Мне, честно говоря, очень не хочется с Китаем воевать вот сейчас. Потому что, ну, он никак не... Ну, у него будет героический, да, как он говорит, а у меня темный. Я лучше куплю сразу реактивный истребитель, когда он откроется. Thank you.
пока вроде не отваливается. Ну, так не, начался, не началась же эпоха новая. Ну да, да, да. Вставать не особо хочется, но если надо будет. Ну, честно говоря, мне тоже с тобой не особо хочется, как бы. Но я просто не понимаю, почему я тебе должен эти города отдавать, которые я честно захватил. Я нет, я спрашиваю, что ты будешь с ними делать, я же не говорю, что ты мне ходать. Я их хочу себе оставить. А типа, если они отвалятся, будет постоянно, у них уровень упадет до первого, вся херня вот эта. Ну, я понимаю, буду что-то думать. Чего? Там какое-то голосование... У меня голосования не было. Что? Чего? Какое? Не, у меня тоже мировой конгресс показался, как будто будет сейчас. Нет, так там какой-то кризис, очевидно, что мы не голосуем. Вот, да. Возможно, нет, не там ходится. Не кризис, там получает 2 очка, что? Ну там Нидерланды внезапно откуда-то взяли еще 2 очка. Что-то да, какое-то голосование прошло. А что это было? Да, но мимо нас прошло просто. А как будто... А компьютер взял, проголосовал. А, да, прикол. 2 очка получил Хубилай, мне написано. Да, я претензии генерирую больше. И полководец еще. Это как так? Я не знаю. Магия игры это получается. И причем все мы голосовали, походу. А хорошо хоть не написано. Так, у японцев что, один город остался? Ой, ну это слишком долго. Может, пропустим этот этап. О, куда-то ядерка полетела. А, вот и темный век. А, у него героический, поэтому все отваливается. Ну, конечно. Ну, кто в кого кинул ядерку? Канада, походу, в скифов. Ну, блин, смысл, нахер. Это... В Конго приземлилась? Что? Почему у меня послов еще, кстати, в Конго, походу, отослал? Я не помню, чтобы я в Женеву отсылал столько послов. Вот, веточка пошла. Все, обмен ядерными ударами. Смотрите, как в Хатусе исчезнут послы там, все. Там, кстати, Нидерланды выигрывают дипломатической победой. Да. В смысле? Ну, у него 17. А, да? Там Голландия к дипломатии побеждает, да. Не, ну тогда, слушайте, тогда надо сейф грузить, потому что... А, подожди, там проголосовало наоборот за... За Китай. За Китай. Там все я, да. Я там где-то вдалеке нахожусь. Ну да, там побеждает Голландия вообще. Но, тем не менее, Голландии, кстати, дало очки же за то, что, наверное, она голосовала за меня. Да. Что? Ей 2 очка дало. Да, как минимум. 3 очка ей дало. Весело. Да. Ой, тут, конечно, все серьезно очень отваливается. Как будто ход из жизни выпал просто. Так и было по факту. Интересно, да? А куда ход так полетел быстро? Что происходит? Я не успел даже походить. За один ход нормально. Сейчас выйдем всю карту. Блин, может мне в улет поиграть? С таким производством и с такими великими людьми. На двоих. Все, понеслась, да. Опа. Термоядерка уже. Не-не-не, это обычно. А, или обычно. Ну, смысл так и строить, если он не сбивает. Лапнутая вроде сбивает. No boundaries, no rules. Там зерка стоял или... Да,
Я надеюсь, эти армии вертолетов не на меня, да? Ну, пока нет. После конгресса посмотрим. Чё загрузится? Опять конгресс голосует сам по себе? Нет, просто люди ходят еще. Ребята, чё в Хатусе произошло? Все. Кажется, Лёша. Ай-яй-яй. Шпионов. Ай-яй-яй. Лёша, надо наказать тебя. Нет, не шпионов. Там адмирал. Там торговец или что-то там. Адмирал. Адмирал классный. Ну, я предлагаю объединиться против Норвега. Против меня? Да, да. Поддерживаю. Тоже. У меня где-то здесь торговец есть один. Промолчу. Почти что все за. Ну, у меня уран и так есть. А вот тебе зачем давать его? Так у тебя и так есть, а у меня нету. Может, надо разделить его? Не надо делить уран. При делении урана всякие гадости происходят. Ну что за карта? Не обязательно. Нет, ни урана нет, ни алюминия нет. Это... Зато у тебя есть котик. Да, котик. О, голосование проходит, не может быть. Чтобы я потерял. Голосуйте. Нет, давайте, чтобы он победил. Нет, да, чтоб победил, согласен. Нет, давайте он будет голосовать. По правилам нельзя голосовать, нельзя давать очки другому человеку. Пускай пытается победить, это пускай... Ну тогда тебе надо не против себя голосовать, если ты голосуешь против себя, то в любом случае тоже должен голосовать, чтобы хоть очки не потерять. Ну, вы, короче, я голосую одно очко за себя, вы остальные против меня, окей? Да, да. Предлагаю, не начисляются очки великих ученых. Ну ты там ученого забрал уже на эту космическую программу? Да. Короче, они не нужны, в принципе. Ну, давайте. Люди с ядерками, задумайтесь. Что же ядер? Верхний. Ты думаешь, я сейчас улетать буду? Я тоже в ядерки вышел. Вопрос верхний. Верхний. Кто кому претензии, какие? А к тебе все претензии. Да, просто кого хочет, то выбирай. Да, у нас претензии, что из-за тебя пришлось грузить. А, или из-за меня. Из-за меня пришлось грузить. Так это верхняя, а куда выбираем, кого голосуем? Все равно выиграл же. Претензии. Да, я потерял. Нет, ты претензии, я это на себя сделал, выиграл. Ну вот, у человека 12 очков в дипломатии, а тут тогда было 17, как это вообще играть? Без понятия. А что такое началось? Ну, ты на меня напал, а у меня кроме ядерок защищаться нечем. Да блин, ну... Просто как бы вы на загрузке вообще ходили, абсолютно.
Фига у вас, конечно. Меня аж цепляют. Да, это еще ерунда, вот когда меня на персе ядерками расстреливали, вот это было весело. Нет, ну это бред. Там было интересно. В прошлый раз у меня минус один город был, сейчас минус два. Из-за того, что просто люди походили как захотели, по-своему. А когда объединяешь в корпус, нефть X2 начинает тратиться? Или X1 остается? Тоже так думал. Чего? Когда танки объединяешь корпус, нефть меньше тратиться начинает или так же, как тратилось? Ну, вроде одна нефть. Да. Типа просто если два отдельных, это две нефти, а объединяешь в корпус, будет одна нефть, правильно? Нет, неправильно, но так и будет требовать три нефти и три содержания, как три отдельных юнита. Спасибо. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! А что, у вас за столько времени даже никого еще не убили? Убили японца. А, он просто тут, видимо, сидит, а то я сейчас смотрю, по дискорду у вас 8. У нас да. Один наблюдатель есть. Да, Дима здесь. Получается 2. Ты чё в 2 часа ночи не спишь, полтретьего? Я на работе. А это такая работа по дискордам ходить. Вот бы мне, где такому учат? Какой-то дискордошный университет? Российский государственный университет дискорда. Не, я сисадмин, у меня если все работает, я свободен. Я работаю, когда что-то не работает. Ну, правильно. Кто на что учился? Крутая профессия. Так, давайте смотреть, как у нас тут все отваливается. Осака минус 14, минус 0,3. Ну, вот это, кстати, можно удерживать. А вот Осаку придется постоянно забирать. Так, всю карту открыли, как видите. Ну, я тут ядерками могу спокойно Канаду, кстати, забросать. Вообще изи. Так, давайте. Блин, где зенитки-то? Интересно, что мы я вроде вышел в золотой век, но у меня этот фильтр не поменялся. И также темное, как будто в темном веке сижу. В героическом даже. Так, а производство где выше? В Нидеросе или в Осло? В Осло. Так, тогда давайте здесь... Не, ладно, тут надо королевское общество доделать. Стоп. А почему... Не понял, почему я не могу вот это проект...
А, я в крестьянстве не это делаю. Понял. Понял, вопросов больше не имею. Так, давайте зенитки тогда. Бля... Спутники и роботы. Успешно добыты спутники и композиты. Зашибись. Так, ну и что тут ставить? Может, аквапарк? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, вообще, достает. Ладно, тем не менее. Зачем-то апнул в подводную лодку. Ладно, тут надо... Потом просто в робототехнику. Блин, аж... Смотрите, как мы впятером радостно все вместе улетаем. Может, мы просто возьмемся так вот за ручки и на ракете все вместе улетим туда? Ну, конечно, Конго с Китаем оставим. А можно взять с собой, пожалуйста, я заплачу. Ну, Конго, если с собой еще ракетку только вам подарит вдогонку. Так, а нафига я сюда приплыл, я мне тут нечего обрабатывать. Во, нефть. Блин, я не успел выбрать. А кто, кстати, на ком играет? На трансляцию уже иди. Там-то ники не подписаны. Лёша на Норвегия, дед Бразет на Тамерийский, Смолк на Полмейкере, Фонарио на Вильгельмине, Голландия. Садкор играет на Канаде, и Crazy V играет на Мвембе. Ну, я на Китае. Понял, понял. Так, а где у меня еще каперы были? Так, а этот что делает? Уровень. Так. Ты золота не хватает, ты смотри.
Так, ну вот Сидзуока... Ну, хотя опять... Тут, конечно, вот самое главное, Осака отваливается. Еще раз повторю, китаец, а то если ты там танки покупаешь, объявишь войну Осака, я тебе объявлю войну. Я слышу, я помню. Да, этим ходом отвалится. Блин, что так долго-то все? Так, Пингалу, наверное, на гранты надо качнуть. Хотя, да не, он правильно там сидит, я тут все-таки бонусы имею неплохие. Нафига тут следующие гранты, если надо... У меня сразу... Два ядерных кризиса и одно предательство. Кроме тоже, кстати, есть, но не стал подавать. А у меня три ядерных кризиса и предательства. Что-то слышу, ядерки только так летают, да? Да тут вообще перестрелка. Это ядерки же, да? Это ядерки. Странная Пангея на самом деле. Это я внутреннее знаю. Море же, нет? Нет, Пангея. Нет, Пангея. Но больше походит на внутреннее море, согласен. Ну, очень странная Пангея, очень. У нас, например, вот внутреннее море Лёшей было, и он, короче, меня приплыл на гравити. Ну, я же тебе говорю, у меня просто не было других вариантов, все. Я знаю, знаю, знаю. Да, я же вижу карту. Из этого моря только одна клетка в самом-самом верху. Нет, чтоб ты знал, это все было ледники. Все, ну да, вот это было ледники. Ага. Тут не было выхода. Вот этого не было. Если не повезло.
надо как путь из варяг в греки на себе тащить корабли по земле. Чертомлык. Тут, кстати, место на еще одну канаду было. Везет вам, места были. Кстати, прикольная опция для какого-нибудь ББГ, когда можно корабль типа на землю вытащить и дать ему один ход, чтобы перебираться через участки. Типа буксируют. Ну блин, я посмотрел, как ты вытаскивал, блин, корт какой-нибудь, либо этот. Ну ты зануда. Да, есть такое. А хватит уже. А, мы не можем здесь не проголосовать, я правильно понимаю? Да. Я просто против всего. Бедная Осака. Уже 7 уровня. Была 10, да? 11. Ну, попробуем сейчас объявить чисто войну, получается, но вполне могут и в меня покидать тут ядерки, но мне кажется, с Канадой надо воевать. А тут никакого другого варианта, кроме такой. А я не открылся, пожалуйста. Спасибо. Ну я примерно вижу, что они его Мехико было. И скиф проголосовал, отлично. Весело. Начали ядерное это так, где у нас больше производства? 129 129. Ну тут бы я все-таки лунную экспедицию делал, а операцию Иви здесь. Тут просто ядерку можно. Да и здесь просто ядерку можно. Просто ядерное пепелище. Леш, может, союз заключим? Это меня напрягает. Ну, культурный. Окей. Нет, ну не из-за городов. Культурный у меня занят, к сожалению. Ну, когда он закончится, давай загрузим, заключим культурный. А он после дохрена ходов, наверное, еще будет. И посмотреть, надо еще не упадут ли мои города от него. Без него, точнее. Хотя в героическом веке, конечно, так. Ты вообще, да, в героическом веке так. Так-то. Единственный ходов еще длится. А скифы взорвали, что ли? Чего у него все науку куда-то пропало? Да, на него... Смотри, ты его не видишь, карту, да? У него 4 в пепле. Ага. Ну, у меня тут 2 только вижу, жду, что сейчас. Мне кажется, в сетевых нельзя вообще карточки на соседство кампуса ставить, чтобы вот такого не происходило. В смысле такого? 800 науки у Канады.
Ну, ты сидишь такой, это, как карточки убираешь, ждешь там, пока все друг друга поубивают, а потом ставишь и улетаешь. Не, просто на самом деле я вообще не понял, зачем он на меня нападал, ну, как бы... Китаец предложение. Давай по 200 каждый, как в прошлый раз покупал. Ну я шептом покупаю какой-то, то хотя бы давай 175. Давай 175. Сам кинешь предложение? Нет, нет. Ты можешь просто изменить предложение и... Ты там ураном, что ли, приторговываешь? Нет, у меня нет урана. Не, у меня уран... Да, мне урана достаточно своего. Кинул. Я только не ошибся там ресурсами. Тип ты кидал? Предложение. Ты же отменил его в прошлый раз, дед. Я уже кинул 3. Или я тебе кинул, сколько было? Вроде нет. Не знаю, там, конечно, канадец тоже ко мне может быть плыть, но я вот такие в лучшем предложении. Показали. В будущем я их больше никогда так близко к границе стоять не буду. Просто пришли и разграбили, да? Ну да, он прилип... А у меня еще везде дороги были железные. Он мне просто приехал быстренько, и все мои самолетики тю-тю. У меня такое ощущение, что я в этой игре тупо всех флотоводцев собрал вообще, которые были. Ну, там, конечно, понятно, что кто-то брал тоже. Не знаю, может, одного. Китай предложение. Ну, не знаю, боюсь тебя. Когда ты ее видишь и начнешь ядер. В смысле, я уже спутник запустил, я уже всю карту вижу. У него на один.
Слышу, ядерка полетела. Опять в бедного скифа. Чё-то истребитель не помог, да? И куда оно прилетело? Это вообще смысл в этих зеркашках, то есть они ничего не сбивают. Потому что... Что потому что? Так, меня слышно было? Нет. Мы услышали только потому что. А, там то же самое, нужна боевая мощь, чтобы была выше, чем у бомбардировщика, иначе он ничего не сделает. То есть ее нужна, плюс нужен Виктор. У ядерки какая боевая мощь, если она шахт? Он шахты летит, какая у него боевая мощь? Здесь. Там строю... смотреть надо. Строю БЧР, они все убивают. Я что-то не пойму, заходит человек вообще? Да. Тебе дед Бородет отключился. Вообще можно на еду не отправлять. Тут уже все. Предел какой-то. Но, с вашего позволения, заходить не буду. Если вы хотите. Чего? А, в смысле, у меня 4 города в хлам убит. Ну, не знаю, кто там соседи, как вы считаете. А что я пропустил? Считаем. Дед говорит, что ему нет смысла заходить, у него все города убиты ядерками. Ну, не все, но 4 со столицы. Из 8. Я при таких раскладах играл, пока у нас не выйдет все, мы все уже не сдались, так сказать, перед игрой. Не знаю, мог бы и вернуться уже. Да, дед, мог бы уже и побороться, действительно. За что бороться? С твоими обидчиками, чтобы им жизнь медом не казалась. Брось на хотя бы счет. Можно играть против ядер, скажите мне. Если ты все нормально строишь сам ядер, и строишь заркашки, и все равно... Ну, не нападать, например, было на человека, как такой вариант. В игре сказано, строю заркашки, считай, если так. Ядерки сбиваются. Я строил. Старательно, ручками строил. Ни одна не сбила. Сделала Норвегию. Вот так вот. Осуждаю осуждение. Так, отложу тут на один ход, чтобы сразу термоядерку строить. Так, а если я здесь куплю... Мне нужны юниты для захвата городов канадца. Ой, красиво тут ядерка прилетит. Таймер точно. Сколько стоит таймер? Ну, не знаю, поставь 3. Нет.
ядерка чуть долго. Сразу две можно будет кинуть. Так, сторон-то можно уже убирать. Давайте в Монреаль. Откладываем. Так, я еще решил в Сидзуоке купить юнит. Не долетает до Торонто, прикиньте. Черт. Черт, а как так-то? Ну что, в Сидзуоке... Ядерку, ой, подводную лодку купить, что ли? Черт, вот это подстава. Ну, вообще термоядерка долетит, но мне их еще построить надо. Термоядерки-то... Так, сколько тут стоит купить подлодку? 1360. Тысяча три, то есть это 840 мне надо. Монгол предложение, отдам 1200. Ну, в смысле, китаец. Я не знаю, я Хубилая постоянно как монголы. Но я перепутал тоже вначале китайца с другим китайцем и начал играть от чудес света. Потом что-то понял не то, когда не смог ускорить строителям. Ну,
Я хочу Валлифилд захватить просто уже танком. Вегемина предложение. Я очень рад этому предложению. Сбили, ну как так-то? Ну не было же там ничего, ну бля, ну это какой-то прикол. Где? Ну, Лёша пустил в канадца. Куда? Не знаю, Лёша спрашивайте. Я тебе дам ещё одно предложение. Да блин, почему? Это перемещение меня вообще поражает. Да. Тебе предложение еще одно кидал. И против кого ты собираешься? Что ты хочешь сделать? Я хочу добить уже. Я думал с тобой воевать, но понял, что смысл. А, блин, я ж не могу этот город захватить теперь. Нечем. Блин, куда хоть упало? А что? Куда Канада использовала ядерку, я не вижу в упор. По-моему, сама в себя. Рядом, да. А зачем? Ты моего танка ядеркой убил, серьезно? То есть ты... Как делал, когда я был на персе, забыл, что ли? Так... Слушай, ну это вот город, ну он Валлифилд кинул, я не знаю, тебе видно? Ну то есть, да, видно. Я делал это около своей столицы вообще-то. У него реактивные бомбардировщики есть тут, типа, он даже не подстрелять мог, нет? Меньше половины снял один, у меня их два. Ну ядерку ж херачит. А там больше нет ничего. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры, слава Украине и живе Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.